Приветствую вас, земляне. С вами сенсей. Пока ведущий нет, мне приходится заливать такие игрушки. Ну, игра, возможно, и хорошая, но они такие полудетские, поэтому смотрите. Значит, Омно перевод мне. Она только вышла. Давайте посмотрим, что это за чудо и чем его едят. Но не забывайте, заходите на мои каналы. Здесь у меня новости и первые части я выкладываю. Дзен, который не сегодня-завтра закроется, наверное. И YouTube. Здесь у меня центр. Кто прохождение смотрит на Дзене, переходите на YouTube. Здесь все вовремя. Кстати, вот эта игрушка тоже очень неплохая, посмотрите. Также на главный можете перейти приветствую по ссылкам вас... на любую ссылку. Все железо. Это делаю я один раз, только перед при первом показе. Сразу давайте хочу всех поблагодарить, кто заходит на мои каналы, и большая благодарность всем, кто подписан. Звук я убавить не могу здесь, вернее, это не могу убавить именно музыку. Так что придется нам ее слушать. Музыка вроде неплохая, но когда она постоянно одна и та же будет, конечно, не очень приятно. А если YouTube забанит ее, то он забанит и мой голос. В общем, дело. Так что будьте внимательны. Некоторые треки он банит, и голос появляется, то попадает. Ну, какое-то не яйцо, можно сказать, а... Чиполлино. Чиполлино это, господи, я думаю, что на кого он похож, Чиполлино. Я вот до сюда добежал, и все, и выключил. Просто посмотреть, как ходит он. Ух ты, матерь божья, неделю он будет копошиться. Прыгает. А как бить? Бить. Как? Мать ты. Ой, на болоте 1000 лет не было. Оп, что такое? А, чекпоинт. Ну, отлично. Ну, мы знаем, кто это. Чё? И объяснять нечего. Вот это мы не знаем, что написано. Дорога из света. А где свет? А, вон. Свет. И не видать на солнце свет-то. Ух ты! Господи, боже мой, блин, повис, а! Вы видели? Чиполлино повис. Как бежать-то? Вот все, он бежит, он бегает вот так. Ну я вообще такого типа люблю игрушки, но если это все одно и то же, ничего не добавляет. Вот я которую игру сейчас показал вам, да, игрушка, она вообще прям подбрасывает там разнообразие. Механика очень интересная. Очень интересная механика. И она почему-то не заходит людям. Я вот не понимаю, может быть, у меня вкус такой. Какая-то дрянь заходит, а. Выползло. Опа, ничего себе. Сейчас, а можно управлять? Нет, ничего. По морям, по волнам. Начало игры. Курим. У кого есть чего, курите. Но не злоупотребляйте. Давай, Чиполлино, прыгай. О! Господи, чуть не промазал. Как-то с прыжками я еще пока не дружу. Давайте вот сюда сначала смотрим, посмотрим, что. Вон они, эти свиньи, сидят. Соплями какие-то.
Солнце это слепит. Мерзопакостно. Очень ярко и слишком. Что-то за дрянь. Ну ладно, пошли. Ну игра, как обычно, глухонемая. Я не знаю, какая-то трудность в этих вот переводах. Кыр-пыр-мыр. Даже вот не обязательно переводить человеческую речь. А какой-нибудь... Одни звуки, больше ничего. Ну, поднимай руки-то. Открывай ворота армии Бацилла. Черви вылезают из себя. Чё-то не пойму я, чё? Всё? Сад меня послали. Может опять на этой курице надо быть? Ну, плывём что ли? Нет, чё? Ком прошла. Значит, куда-то надо идти. Попробуем свет. Ну чё, музыка это будет напрягать. Надо было в мозги залезть, конечно, посмотреть, что там. Как её убавить. Но игра-то, может, никому не зайдёт. Ладно, потерпим. Кстати, я там этот... Будильник-то не поставил. Ну так разберёмся. 45 минут чуть убираем. Ну, не знаю, кому-то, может, заходит такая графика квадратная. Мне, конечно, не очень. Нравится вот такая графика. Конечно, графика, как говорят, в игре не главное. Нет. Я считаю, что графика у меня не на первом месте. Смотрите. Оп-то, какашки какие-то выдвинуло. Видели? Ну-ка, вот это красота. Смотрите, выплевывайте с них тоже дрянь. А что он собирает? Что это за дрянь? Зачем это? Камни можете сюда вставлять. Соберите больше энергии. Ага, 7%. Как у вот этого собачьего, да? Хоть показывали бы где-нибудь, да? Показывали бы хотя бы, что где там эта энергия. Чё, каждый раз я подходить буду узнавать, сколько у меня там... А, её на 7%. Вот эти живоглоты. Давай сюда. Вот, наверное, с них надо собирать. Вон эти сороконожки. Фу, сороконожки. Черепашки-ниндзя. Такой. Давай сюда, добро мне. Оп. Все, зазвездился я. Вот, короче, надо куда-то идти. А что такое? Не понимаю. Все? Аэр. 21%. Какая-то вот хренатень еще. Да ни черта не видать. Чего ты тут шаманишь, шаман? Ты мелкий. Чиполлино, шаман Чиполлино. Эх ты, скоростной какой, смотри, вы видели? Как сумасшедший помчался на. Ну, чего? Туда побежали, что ли? Ну там еще шар какой-то.
перепрыгивать это вообще как-то. Туда идемте. Все, Чиполлино за. Он сдох у меня. Остался у меня интересные штуки-то. Энергии все. Утонул. О, барбосина какая-то. Кирпичи, кирпич. Еще один кирпич. Здесь не зажглась одна штука. Бабах! Седалище. Седалище не нервы. Вот это. Берешь? Все. Ни черта не видать. Вот это засветы дико раздражают. Зачем такие засветы сделали, не могу понять. Для чего? Солнечный. О! Ну, барбосы хорошо помогли. Обратно как я выберусь, интересно. А-а-а, и вон оно что. Вот так вот, ребятки. Только бы еще не упасть туда. Ой, блин, это... Чиполлино, блин. Я вам скажу, не так-то просто тут прыгнуть. Кажется, вроде с виду просто, что тут. Он зацепился и меня с толку сбил. Торопиться не надо. Можно было, конечно, с клавы уйти на... Отлично. Вот так вот, ребят. Сейчас мы тут заделаем дело. Только обратно надо еще выбраться. Тихо, тихо ты, мужик. Да что такое, блин, я не могу понять, а? Хотя я все равно там сейчас окажусь. Че я бешусь-то? На джойстик бы надо перейти. Ну просто у меня джойстик, я всегда правой рукой забываю крутить башку. Ну чего дальше? Что-нибудь зажег я вот здесь вот, наверное, что-то откроет. Вот какой-то кирпичик вот это. Интересно. Вот я люблю такие вещи. Всякие загадки. Тут же потерялся сразу. Куда идти-то? Куда ставить-то этот кирпич-то? Какой-то привлекательный. Может, сюда вот сначала толкнуть? Ну, пуляй. Ничего тут не сгорит. А, подняться на него? Что, держать надо, что ли? Что он делает, я не знаю. Не пойму, что он делает, плевать. Чёрт с ним. А как он залезет, интересно, в это время? Не залезет. Не понял я. Непонятно. Непонятно. Как ты? Мне еще один надо такой камушек. Сюда-то он не пройдет. А это что такое? Может, тут зажечь какую-то? Что это такое? Нет, здесь не будет зажечь. Что-то эта фигня вот делает там вон наверху, которая... Мне кажется, она что-то делает, но я не могу понять, что она делает. Вон эти там стоят туземцы-то. Задком, может, я стою как раз. Что-то она там сзади делает. Ч
чё тут поджигатель вонючий? А чё? Может, там тоже надо поджечь это? Здесь она горит. Может, опять этих штучек набрать надо? Вот здесь поджечь надо. У меня просто, может, поджечь нечего? А где взять? Поджигалки вот из этих выбить, что ли, опять? Так. А может, вот так надо было поджечь? Сколько у меня? 85. Дают эти что-нибудь, мартышки-то? Ничего они не дают. Давай сюда. Все, встрял я. Я не могу понять, что мне нужно делать. О, на дерево, да, это не знаю. А может вот здесь вот обогатиться, что-то опять не туда пройти. Нет, он ничего не делает. Зарядил он. Процентов. Ну ладно, мы это сделали. И что мне с этими 100% делать? Попробовать зажечь там вот эту штуку. А ты сохранишь сейчас? Ну, походу это сохранит. Да ни черта тут, что тут надо делать-то? Для чего это вообще нужна штука-то? Что-то я никак это не соображу. Чего она делает, непонятно. И почему я решил, что мне надо именно туда идти? Подкову это зажечь. Портал это, что ли? А может мне забраться на нее и попробовать? Как я так сделаю? Я же не знаю. Я думаю, может это какой-нибудь портал. Как мне сюда забраться на эту дрянь? Давай двойной прыжок тоже. Все. Хотелка у меня не захотела больше. Там какие-то лифты наверху. Я тоже не пойму, как это запускать. Почему вот эта дрянь не горит? И что это такое вообще горит, не горит? Зачем это нужно? Вот эту штуку я включил. А для чего я ее включил? Портал, чтобы зажечь? Вот, стой, козлянок. А, может быть, он сейчас вот запрыгнет. Он, видите, как метеор стал. Может... Да... Я не успеваю, он быстро бегает, но что толку-то? Все. Может, мало? Почему он начинает бегать так? Может, какую-то кнопку надо нажать? Все равно, какое бы ни было ускорение, я все равно сюда не успеваю. Где-то может запрыгнуть. Вот оттуда бы можно было, но как туда запрыгнуть? Наверное, через верх как-то надо идти. Зря я с этим ящиком связался, с говном.
опять эту фигню попутал. Стреляет он из посоха по здоровью. Лупит такие камни. Чего вот он... Чего он делает такое? То ли сам заряжается, то ли что-то заряжает. Похоже, я встрял. Я не могу эти коты... Может, какие-то подсказки есть, надо что-то понажимать. Тут ни управления, ничего нет, никаких подсказок. Ни черта ничего не понятно. Опять вот у меня что-то засветило. Так, а вон на том дереве я на что-то. Дерево. Квадратная какая-то дрянь. По этим штукам не лазит на дерево. Не цепляется за дерево. Может, я не посмотрел где-то все-таки. Может, проход какой-то есть. Ничего тут нет. На веревку я сейчас прыгну на это, и он... свалится туда это парашют. Здесь. Опа! Мальчишка, ты молодец. А, это я сюда залез опять. Знаете что? Все квадратные. Чего он не делает тут? Просто стоит как пень. У меня что-то и R-то не нажимается, не пойму. Как он делает? Ну вон там вот три штучки я зажег, да, вот что показывает, что там. Крокодил он не хочет ничего. Повисни. Я думал, скопытился. Копытки свои отбросил. Все. Приплыли мы, похоже. Игра, похоже, закончилась. Я на 45 дней рассчитываю еще поиграть. Все, по-моему. У меня что-то мозгов не хватает. Вот здесь вот как-то надо... Туда шустро. Он как-то быстро у меня бегать начинает. Может быть, я растерял что-нибудь. Вернее, какая-то кнопка есть. Там же ни кнопок, ничего, ни объяснений, ничего нет. Прыжок, что-то бег. Контур тоже. Это дрянь. Как-то вот все-таки надо встать и ударить. Я думал, вот это что-то переключает, какую-то дрянь переключает. Может, просто держать надо несколько. Включает он. А там не загорается почему-то. Хренотень, блядь, почему-то не загорается. Вот это. О, смотрите-ка. Я вообще не понял, как я сделал. Ни черта я не понял. Почему она не загоралась, а сейчас загорелась? Ну, это ЕС загорелась. Ну, слава тебе, Господи. Хоть я не верующий, но поговорки они остались. Давай нажимай, поехали. Погнали, наш городских. Вот так вот, Чиполлино впереди. Чиполлино чемпион.
Куда ты назад? Господи, напугал меня. Сейчас назад. Ну что ж. Уже радует. Наконец-то это солнце уже вонючее попало. Наследник мой. Вечереет на хуторе. Чиполлино поднял голову. Какая-то обезьяна его увидела и убежала. Фу, приснился сон. Подумал Чиполлино. Вот так они не могли хотя бы что-то придумать. Ё-моё, ты еле ходишь, как с собой играть-то. Что за птицы поют, я не могу понять. Какие-то обезьяны вот здесь вот летающие, да. Вон. Вперед за собакой. Летающая собака какая-то. То ли заяц, то ли кошка. Блин. Он сам пошел. Я вообще не могу всосать, чего я тут делаю. Там, я понимаю, рычаг, ключ, туда-сюда, там. Свет, ну когда все одно и то же, и не пойми, что я делаю, что это за квадраты, зачем к ним я подхожу, вот эти кубики рыбики. Чего тут выковыривает? Свет из кубика, рыбу. Их ты, чумовой, бля, чё, ничего себе, сейчас он тут мозги-то вышибет любого, бля. Только себе бы не вышиб. Ох, мама дорогая, вы видели? Ну, уровни здесь, короче, нет. Давай одну вот пиши. Все забыл. Чиполлино. Вон эти опять. Мне нравятся эти квадратные. Проханы. Ну-ка! Пошел вон. Ты че уселся? Смотрите, хитрость какая, блин. Я раз бы заметил. Вот если бы не эти черти, я бы хрен тут заметил чего. Какой-то ходочек хитрый такой, видите? И все. Ходочек. Чего? Это же не кстати. Кстати, это не кстати, вот тут упал, как говорится. Ничего. Ну и для чего? Вот смотрите, там наверху это перенатянуть подкову. Да, подкову просто. Кстати, надо было вон туда использовать, наверное, вот этот прыжок. Выковыривает свет он оттуда, да? Чё ты ничего не взял-то? Так, да. Забуксовал, блядь, чёрт вонючий. Так, вот прыжок-то этот. Я бы смог отсюда прыгнуть? Он на ту палку. Может быть, смог бы? Здесь чё-то вот какой-то хитрый ход, мне кажется, сделал специально. Вон туда. Можно, мне кажется, все-таки можно это зацепиться-то. Может зацепится этот чебурек-то. Так, а может быть прыгнуть и. Да, прыгнуть надо. И потом взвизнуть. Это что такое? А, это опять кирпичи эти вонючие. Мы сейчас так встанем, прыгнем. Опа. И тихо, ты уже разошелся, блин. Опа. Загадка разгадана. Вот это что такое летает там? Понялись. Чек. Давайте чек. Оп.
здесь будет посложнее, наверное, смотреть тут сколько этих. Но они пока не загорятся, наверное. Да. Хитрых ходов мы нашли с этим тараканом. Давай, черт. А, тут забраться легко, я тычусь. Черт не знает где. Пролетел мимо, похоже, я. Ой, тупица, блин. Чиполлино, ты че тут? Ах, от меня не спрячешься. Вы видели? Надо запомнить этот секрет. Он встает даже на них. Теперь надо было нажать, я не нажал. Нажать надо было сейчас просто. О, зазвездился. Куда идти мне? Я набрал их. Куда нужно? А, там надо эту набрать энергию. Давайте посмотрим. А, вон она висит, наверное. Во-во-во, сгорелся в башню. Ну, сжигаем огни. Загорелся там, нет? Где буквы-то эти? Сколько там букв можно зажечь? Ага, две горят, да, еще одна. Ох ты, обезья! Ой, зайцы, зайцы! Тыдрич, тыч, тыдыри! Что за шкуры, блин? Шубы какие-то. Прикольные такие, да? Мерзопакостные прикольные. Ми-ми, ми-ми! Вот тебе ми-ми! В лепешку разбился, видели? Вот туда, наверное, надо подняться, да? Смотри-ка, как хитро ты сделали. Очень интересно. Значит, я не туда должен прыгнуть, там, да? А вот сюда. Ты чего там начал стучать? Сейчас я тебе постучу по башке твоей мелкой. Перестань, хулиган. Да. Да не успеваю я на нее прыгнуть. Вы видели, какая шустрая? Шустрее, чем я прыгаю. Так, вот прям с края надо прыгнуть, что ли? А здесь надо с этого края. Нет, все-таки, наверное, не так идти надо, а по другому пути, на другую эту штуку. Потому что здесь не дает. Похоже, тут хрен обманешь. Ой, забыла кнопку нажать. Да что ты, Чиполлино, ты что меня бесить ты начинаешь еще? Все вроде нормально было. Последний рывок. Это кидалово, ребята. Кидалово какой-то, блин. Это кишка самой высокой. Нет, отсюда опять надо так же идти. Я сейчас брошу. За этой дрянью.
Все, я уже забыл, какая кнопка чего. Ускорение бы сделали шибко. А то... Все, ладно. Потом, может быть, если не наберем эту... Да что тут надо делать-то вот это? Ну что вот он открыл и чего? Вон там наверху шар этот я не взял, да? Да и пес с ним с этим шаром. Шаром все покатит. Ой, чувствуй такие. Где эта дрянь-то? Вот эта летающая. Я не вижу. Вот это кто такой? Таракан какой-то. Вот там такой же шар висел. Я боюсь, что вдруг и он. Отлично. Все, ребятки, не полезем мы туда за эти дрели. Давай быстрее. Так, вон там это я поднимал вот это. Ну тут что-то застрял, Чиполлино. Да это вот вообще какая-то дрянь. Просто что-то объяснение какие-то дают. Вот эти мне нравятся кролики. Надувные перчатки, блин. Вылазь. Так, все, я что-то заблудился. Где это? А вот. Так, ну давайте. Отпусти эту штуку-то. Так. А две штуки он вставляет сюда, нет? Ну это все понятно, как вот. Он сюда-то не запрыгнет, вернее на тот ящик, если я сейчас прыгну на этот, на тот я не смогу запрыгнуть. Интересно, кошка дрищит. Может поделить дрожит. Так, тогда чего-то. Тогда надо убрать вот эту дрянь и колонну сюда подвинуть. Потом попробовать туда отпрыгнуть, да? Может это маленький и ничего? А может он... А, может он туда еще надо сходить? Там я все равно не запрыгну. И туда потом. Надо руку надеть. Да что ты в самом конце-то делаешь? Не долетает он. Может еще подвинуть? Не долетает, я уже туплю тут. Так, взлетел и... Не долетает он. Козленок мелкий. Давай толкай. Может этот ящик как раз для этого, чтобы толкнуть туда дальше. Нет.
поздно. Прям в самом конце надо, да, схватывать. Нет, наверное, все-таки туда надо через ту идти. Давайте туда сначала разберемся. Может, там что-то нам будет подсказка, как решение. Внимай. Я здесь не смог спрыгнуть. Мозги потерял, блядь. Вот здесь-то как мне подняться-то? Вот эта штука должна ездить. Похоже на то. Включить надо этот лифт. Похоже, это лифт какой-то. Головоломка. Головоломка. Пушки ломают. Ну, я на эту хрень запрыгну. Что то... Может, вот туда? Ну, сейчас запрыгну. Вон там, вон выше же. Да, давайте-ка так попробуем. А, нет, как это так сделать? Да. Здесь подвинуть его. С него туда попробовать прыгнуть, да? А с этого туда. Да что ты, кнопки все перепутал. Как это будет мешать мне? Не получается. Ага, вот он, сюда. Тихо, тихо ты, мужик. На славу тебе, Господи! Хотел сказать на букву Я. Слава тебе. Ну все, мы уже секрет-то разгадали, по-любому. Осталось только правильно прыгнуть. Скакнуть правильно. Чиполлино сейчас нас выручит. Да что? Репой своей тупой везде бьется. Как я шустрый, вы видели? Шустряк такой, блин. Ух ты, тут запись не зря поставили. Я там, посмотрите внимательно, у меня на канале, там на главной странице, будете удивлены, там есть чучело, игра чучело. Ну, редкостная дрянь, просто вообще дрянь. Я не знаю, она настолько, видать, плохая, что ее никто не заливал, кроме меня. Она, блин, 1200 просмотров набрала. Короче, у меня 460 роликов где-то примерно. На каналах. Ну, на канале вообще. На канале 460 роликов. Она лучший просмотр. Обязательно зайдите посмотреть. Эта игра и то интереснее, чем та. А я ее бросил, я там не стал играть. Там вот так здесь завалился. Чекпоинт. А там надо заново начинать. И надо заново. Красавцы. Башку подставили. Сейчас летим. Ой, мягко бросим. Мы поедем сейчас. Вот это чучело я залил. Это там вообще игра. Я и не играл в нее, наверное, полчаса там всего. Ну, редкостная дрянь. Блин, просмотров больше, чем на всем сайте. В канале. Вот так вот. Разве угадаешь, кто что смотрит? А вот игра, которую сейчас я вот заливал, интересные там всякие перевороты, механика игры. Не смотрит. Я, наверное, единственный, это чучело залил. Я был неприятно удивлен, что такая дрянь. Там, по-моему, даже не 1200, там, по-моему, 1300 просмотров. Я говорю, единственное, никто больше не заливал, кроме меня.
наверное, я единственный в стране России, а может и в мире, который звали. Это где? Опять к этой двери, что ли? А, это я врата вторые включил, да? Ну, чего? Все, дальше пойдем. Ну, ничего, можно поюзать. Если люди будут смотреть, 2 часа она наберет просмотр, хотя бы 2 часа, то я думаю, что я смогу продолжить. Вон, смотрите, там барбосы какие. Вон, летают там барбосы, да. Динозавры. Ну давайте, наверное, надо на этом остановить. Я попробую музыку убавить, если буду продлевать. Ой, продолжать. Вот такие дела. Хочу всех поблагодарить, кто заходит на мой канал, подписывается. Большая благодарность. Всего доброго, берегите себя.